Жители города активно участвуют в акции «Посылка солдату». Она стартовала по всему Ямалу 10 марта. Помогать можно не только финансово. В разных городах округа есть свои пункты сбора вещей. В Муравленко он расположен по адресу улица Губкина, 32. Ежедневно сюда представители трудовых коллективов и просто неравнодушные жители приносят различную гуманитарную помощь. Проводили опрос, анализ, так скажем, на протяжении определенного времени, что кончается, что потребуется, потому что уже на опыте по факту там на месте происходит как раз вот это понимание, что действительно нужно, а что будет лишнее. И поэтому на основании этого списка и закупались. Собрать посылку солдату может каждый житель города. Так, например, Руслан Амаров отправил новогодний подарок для своего друга, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Никогда не думал, что я буду готовить, отправить посылку другу на фронт. В жизни каждого из нас бывают хорошие моменты, бывают не очень. Я считаю, что в такие трудные моменты мы должны поддерживать друг друга, потому что пока мы вместе, мы непобедимы.